Христос воскресе! Этими священными словами, дорогие братья и сестры, Церковь торжественно свидетельствует о великом событии воскресения Христова. Мы приветствуем друг друга уверением, что Христос воскрес, и взаимно исповедуем, что Он воистину воскрес. Мы наслаждаемся радостью победы жизни над смертью и приобщаемся к вечной жизни. Апостолы пронесли весть о воскресении во все концы земли. В каждой части земного шара росла и ширилась Церковь Христова. Многомиллионная, многонациональная. В этом году и мы отмечаем 1030-летие христианства на белорусской земле. И ныне люди слушают Слово Божие, верят Богу и исповедуют Его. В нем видят свое воскресение. На легенде не построишь того, что живет тысячелетиями, за что люди платили дорогой ценой. Сонмы мучеников шли на смерть ради и во имя того, кто победил смерть. Сонмы святых избирали путь подвига святости и правды. Сколько в истории человечества лучших порывов, талантов и способностей посвящено Христу и Его воскресению. В музыке, в искусстве, науке, поэзии, литературе, во всем, чем богата человеческая жизнь. Лучшее приносилось и отдавалось в Его славу. Вся наша белорусская культура и история пронизаны им, Его воскресением, Его божественным учением. Сегодня в единстве мыслей и чувств, едиными устами и единым сердцем мы славим Его воскресение, верим Ему, живем им, соизмеряя свою жизнь с Евангелием. Да просветит нас свет Христова воскресения и да даст нам Бог мир, любовь, обновление и радость. С праздником праздников и торжеством из торжеств!